Талант у тебя, безусловно, есть. Нам надо с тобой серьезно поговорить. На бюджет нам не прорваться никак. Ситуацию можно разрешить при помощи денег. 15 тысяч долларов? Валя, срочно готовь в больницу на операцию. У меня муж дипломат. В МИДе работает. Она оказалась женой твоего отца. Не помню, как ее зовут. Найдем. И обязательно достойно ее отблагодарим. Я 12 лет растила дочь. Без всякой поддержки. Здесь деньги, сколько ты просила? Девочки, девочки, это правда, что Анжелика приехала? Сколько лет мы не виделись? Год, два? Да не напрягайся, 3 года меня не было. Как она отреагирует? У меня нет отца. Ты бы мог пожертвовать своей должностью. Мы оба допустили ошибку, твоей войне. Выпьем за твою успешную карьеру. Ну, давай потанцуем, Машка. Да, это моя дочь. Что? Боже мой. Ромка, что случилось? У меня нет отца. Есть, как видишь. Так друг друга мы теряем. У меня темное прошлое. Господин дипломат. Руслан исчез. Все, что было с нами, было и прошло. Какие деньги? Как какие? Юра! Было и прошло. Я выскочу с тобой. Может быть, попробуем начать все сначала?